Пятница, 8 ноября. Завтра суббота, выходной, погода так и шепчет, езжай-ка ты в лес. Вот подготовил банки, помыл. Сколько здесь? Литров, наверное, на 7-8. И еще трешечка стоит, кисает. Крышки новые купил, пакеты для заморозки. Надеюсь, завтра получится дело закрыть полностью. Теперь будем ждать завтрашнего утра. Завтра в планах посетить сосновый лес, потом посетить свой лес и, возможно, съездить еще в пару мест, где мы давно уже не были. На вид они не очень. Добрый день или утро. Приехали мы в лес, ходим, особо ничего не попадается. Иди ко мне, походу пьеса хорошая поляна будет. Вот от этой осины, да, перешагивай и начинай искать. Вот они, два или три стоят больших. И вот здесь-то они. Вон, есть, короче. Приехали мы, слово, в гадюшник, на Маклок. Две недели назад были маленькие опята. Но встретили коллег. Они сказали, что грибов очень мало. Ну, мы попробуем дать свой ответ Чемберлену. На прошлых выходных были маленькие, много маленьких. А сейчас то ли они все попереросли, а маленьких вообще нет. Собираем вот такие переростки. Ну, что делать? Что попадается, то и собираем. Может быть, еще успеем в одно местечко заехать. На 20 грибов-переростков можно найти 1-2 вот таких маленьких. Вот. Много червивых. Такое ощущение, что мороз был. Какие-то они некоторые вялые. Ну, собираем, пока попадается. Что-то Максимка прям ты так. Да, вот хорошая, смотри, кинва стоят, красавцы. Под ногой у меня вот он один. Вот два. Может, даже что-нибудь правда соберем. Такой красивый лес у нас. Пауки, черви, всякие разные солдатики. В общем, вся природа живет. И не думает засыпать. Не ругайся, вырезать замучаюсь. Да, походили около 2 часов. Пол 10-литрового ведра. И в конце только смогли зацепиться за нормальное место. Но друга надо отвозить в Воронеж на работу. Сейчас его отвезу и поеду по своим уже лесам лазить. Приехал к себе в лес. Только зашел. И вот сразу начался опенок. Опенок есть, растет. За неделю пока это тут дуб под дубом. Такой тройной дуб под ним растет. Уже несколько срезал. В отличие от того места, где мы были, здесь не было мороза. И здесь вот осенне-зимний опенок. Ну вот. Для сравнения сейчас, ну вот, 2 сантиметра, наверное, здесь вот сейчас ножка внизу. Хороший, прям можно собирать его и на жареху, на консервирование, на что угодно. И вот я сейчас в таком вот месте нахожусь. Низинка, там вот кто-то ходил, около деревьев пытался собирать, но около деревьев нет его в этом году. Сейчас жду, друг должен ко мне подъехать, и будем с ним брушить. Вот такая красота. Ну и вот я минут 10 походил. По пятаку хожу, по полянке. Вон вдалеке стоят. Грибы есть, и мелкие попадаются. В основном, конечно, крупные весь. Ну вот впереди места, где я в прошлый раз собирал. Сейчас потихонечку буду туда передвигаться. Там в прошлый раз было много мелкого. Я его присыпал землей, ой, землей, листвой. Должен подрасти, наверное, сейчас уже. Ходил-ходил по опята. И вот вешенка. Только начинает пробиваться, хорошая она, темная, плотная будет. Да, через недельку можно снова ехать. Вот еще. Судя по погоде, она только начинается, такая вот массовые выходы темной поздней вешенки. Резать не буду, приеду через неделю, посмотрю, что с ней происходит.
Ведь ее тут еще где-то. Конечно. Есть. Конечно, есть. Да-да. О! Вот так вот, не все срезал, там еще много осталось. Да. Ну ты пакет, как всегда, босяцкий взял. Конечно. Ладно, я с ведром и с пакетом. Ты-то вообще молодец, красавчик. О, собираем вешенку на высоте. Где-то метр полтора ставим. Классно. Правда, неудобно. Скользко. Боишься упасть. Еще нож. И вешенка только начинается. Такая хорошая. Прям, ну вот она. Молоденькая. Впереди бурелом и по опенку пойдем. Уже темнеет. Пора выдвигаться в сторону дома. Вот итог. Примерно 2/3 ведра, а может чуть меньше. Все трудовые. Так, ну и вот что за сегодня вышло. Думал, с картошкой неохота ничего не жарить, не варить. И заехал я к себе на участок, нарезал кале, брюссельской капусты, сельдерея нарезал, кальраби это для салатов. И сейчас отвариваю 5 минут капусту. И потом все это дело вместе с опятами потушу и добавлю немножко курицы. Грибы сейчас буду перебирать. Это самая радость после сбора. Перебирать. Ну и думать, что в зависимости от того, сколько получится хороших грибов, буду принимать решение. Банок я молодец, наготовил слишком много. Но думаю, вряд ли хватит даже наполовину. Завтра, наверное, поедем снова искать. Что-то как-то вроде погода благоволит грибам, а грибов не очень много. Тут с камерой не то. По объективным причинам почти все грибы, которые мы нашли с утра на маклаке, были выкинуты. Червивые, подпревшие, подгнившие, непонятно какие это должны выкинуть. Остались грибы, которые я нашел в своем лесу. Ну и несколько смоклока. Вот так вот был такой вот огромный ворох их, гора. И вот что осталось. Ну и вот итог мытарств в течение целого светового дня в ноябре. Литровая банка мелкого опенка замаринованная. Около 1,5 литра сварено и уйдет заморозку, как только остынет. И вот такая вот штука, которая пойдет мне на ужин. Это кале, брокколи, опята, сельдерей стеблевой, от корневого сельдерея. И туда добавлена курица. Всем приятного аппетита, всем хороших успехов в поиске грибов. Прощаюсь. До свидания.